Меня зовут Ляна, я тренер по продукту Nokia. Приятно познакомиться. Ну, я, наверное, не буду оригинальной, если я скажу, что тренер занимается тренингами, да, то есть обучением персонала. Ну, в общем-то, такая очень тема продолжительная, да, для разговора. Но в целом могу сказать обучение, чему продукт Nokia. Мне повезло, моя работа – это то, что мне приносит еще удовольствие. Это не просто деятельность профессиональная, да, которая вот… Вот, ну, работа. Это еще вот хобби, работа, мне это нравится. А что касается продукта, то в целом компания Nokia всегда была моей, в общем-то, той компанией, которая выпускала продукты. Я постоянно использовала Nokia, абсолютно разные девайсы. Последний девайс, который вот сейчас владеет моим сердцем, да, это Nokia Lumia 800. Ну, я на самом деле на конференции Microsoft впервые, поэтому впечатлений у меня очень много. Они положительные, сразу могу сказать, что они положительные, эти впечатления. Я для себя узнала много нового, много интересных людей. Удалось пообщаться и с разработчиками, и с организаторами, и с коллегами, и в целом вот послушать то, что говорят о операционной системе, о продукте. Честно говоря, было приятно мне было это слышать, потому что на самом деле мое мнение, да, то, что нравится мне, разделяют многие, и те люди, которые занимаются разработками, поэтому приятно. Я думаю, что будущее у нас очень даже хорошее, поэтому жду, что же будет дальше. Ну, получилось так, что то приложение, которое установлено было в моем девайсе, да, и которое я открыла для человека, который вот стоял рядом со мной, оказывается, что это как раз оказался разработчик именно этого приложения. Ему было приятно, то, что его приложение уже используется. Мне было приятно познакомиться с этим человеком. Было бы куда, попросила бы автограф. Потому что действительно сама вот использую это приложение. Вот такая ситуация тоже была, поэтому удалось. Такой опыт тоже был. Что касается разработчиков, пишите много больше интересных приложений.